800 участников соревнуются на региональном чемпионате WorldSkills в Казани. Сегодня стартовал основной этап. Напомним, в прошлом году татарстанская сборная заняла второе место в российском чемпионате WorldSkills. Казанские семьи с детьми-инвалидами могут освободить от налога на имущество. С такой инициативой сегодня выступил первый заместитель руководителя исполкома Казани. Он попросил мэра города вынести вопрос на рассмотрение Казгордумы. Игорь Крутой, Владимир Пресняков и Дина Гарипова выступят на фестивале «Добрая волна», который пройдет 30 ноября в Казани. Фестиваль специально для детей с ограниченными возможностями. Они смогут на большой сцене выступить вместе с артистами.